Каждый год 1 июня в России празднуется День защиты детей. Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть под защитой. Защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. В канун праздника маленьких жителей города и их родителей поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкей. Юные жители округа, уважаемые земляки, поздравляю вас с праздником, Международным днем защиты детей. Дети – это будущее нашей страны и нашего региона в частности. На Ямале многое делается для того, чтобы жизнь подрастающего поколения стала насыщенной и интересной. В городах и районах открываются детские сады и школы, стадионы, дворцы спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, успешно решаются вопросы обеспечения школ самым современным оборудованием. Радует, что ребята активно реализуют свои дарования в учебе, творчестве и спорте. Мы по праву гордимся нашими юными талантами. Убежден, что так будет и впредь. В этот праздничный день желаю юным ямальцам и их родителям доброго здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях. Пусть каждый ребенок будет окружен любовью, лаской и заботой.